Добрый день, меня зовут Зубик Виктор, я руководитель компании Invent. Я рад представить вам нашу новую разработку проекта Check-in Solutions. Это автоматическая система для заселения гостей в отеле. И сейчас я продемонстрирую, как она работает. Если у вас нет брони, вы можете зарегистрироваться с помощью данного терминала. Выбираем «Нет брони», выбираем даты, на которых мы планируем сделать заселение. Соответственно, данная система подключается к базе данных и ищет свободные комнаты. Мы можем посмотреть весь список свободных комнат, посмотреть стоимость свободных комнат, также нажать подробнее о комнате и, соответственно, выбрать ее. Дальше мы переходим к следующему этапу, это сканирование паспортных данных клиента. Данная система может распознать, настоящий это паспорт или нет, а также распознать его паспортные данные, которые уже передадутся в базу данных отеля. Соответственно, мы проверяем наши паспортные данные. Если все в порядке, мы нажимаем «Далее». Соглашаемся на обработку персональных данных клиента. Соответственно, и обязательно делаем фото для того, чтобы сверить фотографию клиента с фотографией на паспорте. Далее мы переходим к режиму оплаты. Мы можем оплатить банковской картой и наличными. В данном случае мы будем оплачивать наличными. Мы вставляем купюру в купюроприемник. На экране видно, что внесено 600 рублей. Вставляем еще 100 рублей. Соответственно, мы выбираем, как получить сдачу. В данном случае сдача 20 рублей на телефон либо наличными. Выбираем наличными, и хоппер, установленный в данном терминале, выдает сдачу. Соответственно, в данный момент терминал обрабатывает, выдана вся сдача. Мы соглашаемся, выдано. И переходим уже к режиму получения карты для входа в отель. И, соответственно, мы получаем нашу карту.